Вернемся к городским новостям. Ситуация, что называется, из ряда вон. Человеческий эмбрион в морозилке хранили двое жителей Ноябрьска. Такое предположение высказали соседи пары, которые обратились в полицию. И действительно, в одной из ноябрьских квартир в холодильнике полицейские обнаружили человеческий зародыш. Действительно, к сожалению, информация нашла свое подтверждение. В настоящее время по данному факту следственным отделом по городу Ноябрьск начато проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и дана юридическая оценка действиям лиц, проживающих по этому адресу.